Всем привет. Послезавтра 8 марта уже. Уже маму, племянницу уже поздравляют все. Меня завтра на смену, а послезавтра, блин, 8 как раз. Я не знаю, в магазин я навряд ли пойду, потому что после смены в таком состоянии куда-то ходить. Сейчас я, наверное, в магазин схожу, куплю что-нибудь сладкое, там, торт, еще что-нибудь посмотрю, может. Блин, на улице что-то холодновато. Я думал, тепло уже. Непонятно, сколько градусов. Но погода вроде солнечная. Уже все печки топят. Да, прохладно сегодня. Что-то солнышко яркое. Так, сейчас зайдем в магазин. Посмотрим, что там есть. Возьмем. Ой, даже ветер дует, блин. Что надо одевать? Блин, куда уже все шарики? Эти сугробы надоели. Вообще передавали то, что будет ранняя весна. Что-то не похоже. Вообще не похоже, что весна наступает. Хотя уже 6 число. Давай. Так, в общем, взял я торт. И там какие-то коржи непонятные. Сейчас посмотрю. Там, в принципе, выбора не так много было, что выбирать. Взял, короче, все было. Там мы зайдем, посмотрим, что там. Короче, торт. Там был медовый обычный, коричневый такой. Ну, красивый тоже, но он как-то для праздника не очень подходит. Поэтому я взял такой более цветной. Так, машина едет. Сейчас мы разойдем. Так, мама, походу, уже пришла. Потому что следы от машины. Она такси приехала, скорее всего. Посмотрим. Она точно пришла уже. Там коты, наверное, на столе уже. Нет, закрыто. Так, сейчас надо быстро убраться, пока дома никого нету. Пропылесошу все. Кровать я заправил их. Они сегодня, видимо, быстро-быстро побежали. Ничего не заправляли, ничего не успели, наверное. Так, камера сейчас запотеет, наверное. Ой. Так, чего вы тут делали без меня? Крохоборы. Вы крохоборы? Ой, сейчас я протру. Я с собой сюда тряпочку тут беру специальную, которую протирать. Эй, ну что тут? Замерзли что ли? Сели так в кучку. Короче, вот такой. Какие-то бисквиты. Не запотевшие. Шоколадный бисквит. Ну, толстый такой. Тоже как типа торта. Сейчас отправлюсь, посмотрим. Бисквит. Блин, я такой не пробовал, если честно. Короче, торт взял сейчас. Я говорю, хотел вот медовый взять, но медовый,
не очень на праздниках, а вот это вот, смотрите. Сейчас тоже открою. Вот такой вот тортик. Ну, вроде красиво смотрится. Не знаю. Мне понравился по цвету. Вот такой. Как раз цветочком. На 8 марта. Вместо цветов. Позвонили, сказали забирать уже Дашку, блин. Он на целый час раньше, блин. Быстро-быстро оделся, побежал. Позвонили, сказали, чтобы ее придержали чуть, потому что у нас дороги, идти негде. Вообще опасно. Да и собак дофига, блин, стало. И не отстреливает никто, ничего не шевелится. Странные какие-то люди. Сейчас быстро бегу. Фух. Парился. Все, Дашку забрал, идем. Пошли через центр. И шли, и шли. Что, у вас все были? Кого не было? Кого? Вообще сегодня можно было не ходить, если честно. В понедельник еще можно не идти, потому что это воскресенье, но да, 8 марта, потому что не понедельник. Ну говорили же, в понедельник не учится никто. Счастье, да? Отдыхать опять. Что, похоже то, что весна наступила? Вообще не похоже. Мороз такой. Я сегодня до магазина пока дошел, до коротала. Чуть не задубило. Мне кажется, вообще не похоже. Сейчас ты до центра дойдешь, почувствуешь, что мороз. Кстати, на нашей улице там чистят вроде. Но сегодня КамАЗы ездили, я видел. Заскивали. Ну, за отдельную плату они почистят. Скажут, 1020 давай, чистим. Сразу перехотелось зачистить. Пусть лучше так будет. Запомнила танец? Да. Я имею в виду последний. Да. Интересно, как вы будете танцевать, если никто ничего не запомнил? Да. Понятно, что репетировать будет. И с кем ты будешь ходить? А если некуда будет? Ну конечно. Тут собак столько, одна ты будешь ходить. Молодец. Ой, ты чейный. Сейчас привяжется, не надо. Их если погладишь, все потом. Ну сейчас не отвяжется теперь. Смотри, все теперь. Уже не отвяжемся. Эй, ты чейный песик. Надо на такси ехать, а то привяжешься. Надо на такси ехать, а то сейчас привяжешься, не отвяжешься. Эй, мы сейчас уедем от тебя. Ищи хозяева. Возле магазина забыл. Скорее всего, ярмарка же сегодня. Вон там, где колбаса, наверное, была. У меня хвост какой-то потрепанный.
пушистый, он кучерявый. Кстати, как ты тоже. Ты же тоже кучерявая. Вон, сапоги резиновые себе купи большие. Болотники. Здесь опасно ходить так? Давал. Ну. Ёпка моя. Нифига себе довезешь. Нет, я отвез. Ну, родители, вы придумаете. Ну, первый класс, наверное, такой пацанчик маленький. Да, конечно. Ну, вы что, такую даль, блядь? Ну, пачку сигарет не выкурит, я оставь пацану на такси, если не хочешь пешком проводить. Ну. Ведь я такого мнения. Да, конечно. У нас мы каждый день встречаем, вот. Это сейчас просто... Да многие это... Я 4-5 детей я вожу, вот маленькие, в школу. Но я их завожу, я не уезжаю, я их поэтому со мной отправляю. Если собаки, я до школы проведу, блин. Также первую школу, вот Иващенковская, там, Исламовские меня отправляют. Ну, вот такую даю дети, так маленькому ребенку идти. Да, конечно. Блин. Тут помимо дороги еще собак сейчас сколько. Собак сколько, да. В третьей школе иногда свадьба целая собачья. Да. Собаки же как маленькая гапнет и все. Да-да-да, и... остальные бегут. Так это же за Науменко. Это вот зеленая крыша, вторая квартира. Да, ну, Науменко походу, это крыша. Не, это Магомадов здесь. Не, вот это, нет, почему? Вот налево. Не-не, здесь Магомадов живет. Вон Науменко. Науменко дальше. Вон он, зеленый гараж у него. Ага. Так, держите. Дашке подарили одноклассники. Сегодня они поздравляли девчонок. Такая посуда, Микки Маус. Прикольная, красивая. Микки Маус. Кому-то досталась такая посуда, она поменяла чашку на такую. Это же принцесса. Это же обязательно разное. Прикольная, красивая посуда. Хороший подарок. Все сладкое. Это шоколад, да? Азера. Это типа тортика какой-то. Вот это я не знаю, она сказала, я так и не понял, что это такое. Ну, типа тоже, типа торта. Но, по-моему, тоже жирненький. И тортик самый красивый. А, вот это, по-моему, типа холодца. Но он такой не прям холодец, он как типа мясной сильный. Даже не знаю, как называешь. Так, все.
садимся. Брат принес еще Дашке торт. Такой красивый. Даш, такой торт тяжелый. Ну. Я смотрел. Розочки. Еще папа притащил мороженое. Дашка вообще треснет. Столько сладкого. Два торта. Потом еще суфле. Так я же не все съела. Птичье молоко. Суфле. Ну вот эти я брал. Я не ела птичье молоко. Ну не ела. Я вообще не сладкое не ем. Тебе не многовато будет вкуснятина? Ну завтра. Завтра. Да. Надо попробовать все. Ну вкусненько. Вкусненько. Это вон написано, сгущенка, арахис, шоколад. Это она вообще сладкая. Она знаешь, сколько калорий в ней? Ты давай вот эту одну съешь, 50 километров пробежишься. 1 километр. Таких я не ел. И этот, и шоколад кто-то сожрал. Почти целую. Вот Даша. Ты на 8 марта будешь как это, лежать в конфетах только. И в мороженом. Что ты там ешь? Я тоже набрался чуть-чуть. Ах. Буду есть мороженое и смотреть кино. Какой-то сериал. А, Невский.